Якщо ти не їдеш до Італії, то Італія їде до тебе. В самому центрі української столиці знаходиться справжнісінька Італія. Ресторан «Траторія номер 5». Вперше за всю історію програми WhatsApp я вирішив запросити до себе у студію власницю закладу, щоб розпитати про секрети ресторанного бізнесу та конкуренцію на ринку. Друзья, владелец ресторана «Траторія номер 5» у нас в гостях Лариса Ярошевич. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, Антон. Очень рады вас видеть. Вашему заведению уже исполнилось 3 года, насколько мы знаем. Теперь, по истечению такого же срока, можно ли делать какие-то выводы? Самое главное, окупились ли? Это самый главный вопрос для всех представителей бизнеса. Ну что, успех? Вы знаете, не соглашусь. Это не самый главный вопрос. Самый главный вопрос, состоялись ли. Потому что 3 года, это может показаться совершенно не срок, но для нас это огромный промежуток времени, потому что ресторан «Траттория» ежегодно принимает порядка 70 тысяч человек. Ого, да. Если это умножить на 3, то это практически 3 олимпийских стадиона. И если говорить о той ответственности, которую мы несем ежедневно, да, видя вас в гостях и вас любя, вас пытаясь сделать счастливее, мы, конечно же, думаем, что это уже значительный срок, и, скорее всего, что мы можем без лишней скромности сказать, что состоялись. Потому что вкусно, потому что атмосферно, потому что наша ценовая категория нашего заведения, она доступна очень многим. Мы вкусная еда, и я думаю, что у нас все впереди. Это здорово. Но вот 3 года назад, когда вы начинали работу над созданием этого ресторанного проекта, вы выбрали такое итальянское направление, потому что это было там трендом. Открывалась вот, ну, кухня итальянская была на пике популярности, либо это была концепция мечты. Но я вам хочу сказать, что это одна из самых популярных кухонь, да, это не секрет в мире. И в Украине она абсолютно адаптирована, потому что она сродни, наверное, нашей украинской любимой, да, мною тоже очень кухни, потому что она проста, в ней нет никаких особых замысловатостей. Региональный продукт, который производят украинские фермеры, абсолютно может быть использован и в полной степени удовлетворить запросы любой итальянской рецептуры. Поэтому любовь к Италии, ее позитив, наверное, этой страны и все чувства, которые она вызывает во мне и во многих из нас, наверное, это есть предметом воплощения в этом бизнесе и, скорее всего, что был правильно сделан выбор, потому что если говорить о категориях наших гостей, возрастных категориях прежде всего, то она востребуема всеми, и детьми, и семьями, и компаниями. Но вы как теперь уже опытный ресторан, вы наверняка можете приоткрыть завесу тайны главного секрета, да, что является залогом успешного ресторанного проекта. То ли это удачно выбранная локация, либо же это трендовая концепция, либо же это вкусная кухня или максимально френдли сервис. Вы знаете, наверное, сложно дать совет, рецепт и для самой себя определить, что является залогом успеха. Я вам хочу сказать, это абсолютно не банально должно прозвучать, потому что это правда. Прежде всего, это любовь. Должна быть любовь к делу в любой профессии, но здесь, поскольку это очень контактный бизнес, то, естественно, здесь должна быть любовь, она должна быть, вся идея должна быть ею пронизана, любовь к еде, любовь к людям, безусловно. И вот, собственно, и все. А все уже локация, там, тренд, бренд, тенденция или концепция, это все вещи наживные. Вы все свое время находитесь в самом ресторане, либо же вы занимаете такую смотрящую позицию, да, вы наблюдаете, вы принимаете отчеты, вы занимаетесь там стратегией развития. Это полноценное, это круглосуточное участие. Даже если я территориально не нахожусь в своем любимом заведении, как только мои мысли и мои там какие-то действия, они будут направлены, вот многие, да, говорят, что почему до сих пор при таком успехе нет еще второго заведения,
пока что нет, потому что участие мое 100%. Все, от того, как выглядит тарелка, на которой подается данный салат, какого она должна быть цвета, какой должен быть запах, который исходит от того или иного блюда, настроение персонала, который вас встречает. Абсолютно совершенно все. Я не знаю, правильно это или нет, но, во-первых, по-другому не умею, во-вторых, опыт путешествий по Италии, по Европе говорит о том, что участие непосредственных владельцев, да, управляющих, хозяев во всех абсолютно процессах, как вы сказали, именно это есть залогом. Лариса, спасибо большое, спасибо, что забежали к нам в гости. Желаю вам еще больших вкусных успехов и развития. 15 лет мы хотим отметить вашего заведения. Ну и, безусловно, хотим, чтобы на карте открывались новые и новые будем вкусные стараться. Гастрономические этажи. Спасибо. Ну а мы готовы поделиться лайфхаком с теми, кто хочет отметить Новый год, но не выезжая за границу и весьма бюджетно. Смотрите, где готовят самые вкусные равиоли в мире. Мы побывали на дні народження затишного столичного ресторану «Траторія номер 5». Шматочок справжньої Італії вже 3 роки знаходиться у центрі нашої країни. Вишукані делікатеси, витримане часом вино з власної винотеки та південний колорит Болоньї. За цим всім не треба їхати за 2000 кілометрів. Італійці завжди за сімейним ужином збираються великою компанією, великою сім'єю. Вони там ставлять великий стіл, на нього ставлять кучу різних закусок, якихось блюд, пасту домашню. І оскільки ми італійський сімейний ресторан, то ми теж кожен рік на наш день народження намагаємося вас створити вот цю атмосферу такого сімейного італійського ужина. І, ну, зрозуміло, що в ужині задіяний кожен член сім'ї, тому ми завжди приглашаємо наших гостей, які приходять не просто прийти і там, ну, в общем, побути на нашому ужині і на нашому вечері, а ще й приготувати його своїми руками. Наш ресторан називається «Траторія номер 5», і по італійським традиціям це такий тип заведення, в якому може навіть не бути постійного меню такого на кожен день, да? Це меню формується в залежності від сьогоднішнього улову або від того, що там привезли фермери на ринок, наприклад. Понятне діло, що в київських умовах це складно робити, але ми стараємося от цей тратарійський дух держати в нашому заведенні, завжди все готувати максимально свіже, сезонне і, ну, то, що зараз актуальне і вкусне. Керує оркестром смаку в «Траторія номер 5» справжній маестро своєї справи. Кожного дня його талановиті руки невтомно створюють італійські шедеври. Коли багато людей, для запара, для нас удовольствие. Ми входимо в роботу, ми даємо себе, отримуємо це удовольствие і отримуємо цей вокаль. Грубо говоря, живемо роботою. Цікаво, а чи вибагливі шеф-кухарі до їжі у своєму повсякденному раціоні? Відомий столичний ресторатор Максим Васютович відкрив усі карти. В повсякденній житті я люблю, що називається, пожирати на газетки. Я люблю дуже просту їду, да, це із моєго любимого фільму «Ландыш серебристый», там є така фраза, він завжди любив пожирати на газетки. Окей, але напередодні Нового року ми не змогли не спитати, яка ж страва must-have на новорічному святковому столі? Да ладно, ну ви ж не знаєте? Ну, конечно, оливьюха. Не, ну, конечно, но если не с докторской колбасой, допустим, сделать, а сделать правильно, с раковыми шейками, с мясом куропатки, заморочиться над приготовлением домашнего майонеза, положить туда каперсы, не огурцы, а корнишоны, то тогда это хороший салат на самом деле. Ну что ж, классика вечна. А какие деликатесы куштует гуру футболу? Оливье. Оливье было на всех новых праздниках Нового года, которые я помню, поэтому, наверное, будет и в этом году. Інтригою вечора виявився непростий кулінарний челендж. Справжнє випробування – створити соковиті равіолі. Але все не так просто, адже діє в принцип – який за столом, такий і за роботою. За 3 роки, крім таких розваг, у столичному ресторані було і чимало рекордів. Розкатали більше 16 тисяч паз, приготували 150 літрів домашнього лімончелло та створили незабутнє свято смаку. І це не межа. У планах ще більше сюрпризів для своїх гостей та ще більше справжніх гастрономічних шедеврів.